На обеспечение доступности финансовых услуг жителям края на Кубани планируют выделить 790 миллионов рублей. С 2016 по 2021 годы средства будут расходовать в рамках региональной программы, которая сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. Ее финансирование почти полностью будет обеспечено казной Краснодарского края, а также внебюджетными источниками. В результате реализации проекта количество банковских карт на руках населения возрастет до 8 миллионов штук, а объемы вкладов жителей Кубани увеличится почти вдвое.